Ну что ж, всем привет, ребята, с вами я, Делорин Икс, и сегодня у нас выходит трейлер, и до трейлера 28 минут. Да, у меня, видите, сейчас 16:32. Я поставлю на паузу, чуть-чуть подожду, и все, буду смотреть трейлер. Я не знал, что выходит сегодня видео. Ну, посмотрите! Это локация, как его там... Блин, не кладбище. А это... Блин, как она называется? Лагерь, в общем-то. Мы все посмотрим, нам покажут метро. И я буду, наверное, ну, в шоке. Я не знал, до сих пор этот робот существует. Наверное, это их последнее видео по Ice Cream 3 и мультиплеер, кстати. Говорят то, что выходит, но это мы знаем. Так что я буду ждать. Я поставлю на паузу и все. Вам это будет быстро, а мне это очень медленно. Так что ждите. Все, я уже этот, в общем-то, вот время уже. О, видите, уже... Сейчас будет 17:00. И, короче, посмотрим трейлер. Ой, не трейлер. Ну, а я пока скоро приду. И пока. Подождите чуть-чуть. В принципе, уже все началось. Началось или не важно. Ну, я рад, что опять выходит видео. И я очень рад. Я опять не успел на премьеру. Что это за физиономия такая? Я знаю, что такое физиономия, это лицо. Так что я немножко пропаду. Так что ждите. Но я так думаю, уже можно продолжать, потому что нет смысла ждать еще больше. И вот вообще, что тут оставят. Мне уже не терпится, что будет. Вообще не терпится. Сейчас посмотрим. Так, давайте чуть-чуть погромче. Хотя вообще погромче делаем. Так. О, опять эта заставка старая. Hello everyone. Welcome to Kepdarian's News. Третьи новости. We're going to start today's video with a new audio track for Ice Cream 3. Офигеть, новая музыка. Мусик, снапшот. Это, наверное, конец, я не знаю. Старые новости. The developers are still working on the online multiplayer game. As you can see, we are also going to do slightly different areas within the Evil Nun scenario. I hope you like it. Ну, музыку сделали. Первый. As you know, the third part of Ice Cream is released the following Friday, 13th. Not much is missing, as there I'm going to give you the last clues about the game. Stay tuned. А мы это знаем. Так. Это я знаю. Винчики. А это что? Ну блин, покажите этот метро, но я хочу метро. Unexpected help will come to you. A letter from your mother, in which she will finally tell you something important. So pay attention, kid. You're gonna be just fine. I hope you liked the video. If so, click on the like button and subscribe to the channel. Bye bye and see you soon. Офигеть.
И все? И больше ничего? Ха. Нам только это показали, и все. Но зато мы увидели новую локацию, одну, это хоть еще один плюс. Но мы узнаем все в Ice Cream 3, когда она еще выйдет. Ну, она вообще, можно сказать, завтра воскресенье, и все уже. Ну, в общем-то, эта неделя прошла, очень время пролетело, очень даже быстро пролетело. 2 минуты всего длилось это видео. Мы знаем то, что уже выходит, даже написано 6 дней. Да, я знаю, что 6 дней осталось. Это очень мало. Очень. Так что будем ждать Ice Cream 3. Кому это видео понравилось, ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал DeLorean X. С вами я. Ну, вы уже услышали. Всем пока.